Спасибо, садите. В прошлый раз мы рассматривали с вами тему общественное бытие и общественное сознание, а сегодня мы будем рассматривать, сегодня 4 апреля, мы будем рассматривать тему общественно-экономической формации. Когда мы изучаем различные страны, различные государства, то естественным стремлением является... Одну секундочку, Петр. Да, Владимир, слушай. Здрасте. Очень недолго, у меня тут лекция. Тогда через полтора часа я перезвоню. Половина восьмого. Ага, хорошо. Естественным является стремление классифицировать каким-то образом государство, то есть объединить их в определенные группы. По какому признаку? Собственно говоря, мы уже к этому подошли. Если общественное бытие определяет общественное сознание, и вообще общественное бытие является первичным для всех остальных общественных отношений, то если мы будем классифицировать по типу общественного бытия, то мы сразу сократим количество групп до очень немногих. Правильно? Что такое общественное бытие? Мы с вами эту тему подробно рассматривали. Общественное бытие – это способ производства. Способов производства существует вообще немного. Всего мы знаем 5 способов производства. Да? Первобытно общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, вышедшие из капитализма. Ну а если мы возьмем вот современный период развития человечества, что мы сейчас обнаружить можем в данный период? Что имеется те страны, которые основывают свои отношения на капиталистическом способе производства, раз, большинство таких стран. Страны, которые основывают свои отношения на коммунистическом способе производства, только одну страну можем назвать, КНДР. И третий, что можем назвать, это страны, в которых нет пока прочного какого-то базиса, которые находятся в становлении, у которых способ производства находится в становлении. Это страны, которые находятся в переходном периоде от капиталистического к коммунистическому способу производства. Что это за страны? КНР, прежде всего. Там период становления коммунизма, так можно назвать. А что такое становление? Мы с вами разбирали. Становление включает в себя два противоположных момента и две противоположные тенденции. С одной стороны, переход от низшего к высшему, и с другой стороны, переход от высшего к низшему. От ничто к бытию, от бытия к ничто. Поэтому, скажем, на том основании, что КНР находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму, никто вам не скажет, чем закончится этот переходный период. То ли тем, что будет там построен коммунизм в первой фазе, то ли тем, что он не будет построен, и КНР благополучно, так сказать, сместится назад к буржуазному способу производства. Точно так же в переходном периоде находится Социалистическая Республика Вьетнам. Слово «социалистическое» означает лишь одно, что в свое время была установлена диктатура пролетариата, государство стало социалистическим, то есть политическая революция свершилась, политическая. А что касается в целом социальной революции, в соответствии с теми критериями, которые мы с вами рассматривали, социальная революция далеко не завершилась. Далеко не завершилась, потому что если еще Северный Вьетнам к началу войны с Соединенными Штатами Америки имел достаточно уже развитую систему, близкую к социалистической, то после успешной победы над Соединенными Штатами Америки, после того, как американские войска покинули вообще Вьетнам, и весь Вьетнам под эгидой Северного Вьетнама объединился в Единую Социалистическую Республику Вьетнам, поскольку в Южном Вьетнаме отношения были сугубо капиталистические, то в целом Социалистическая Республика Вьетнам откатилась больше назад, чем продвинулась вперед. То есть в смысле объемов, масштабов, территорий, численности. Это довольно-таки большая страна. А с точки зрения, так сказать, продвижения вперед, вот, так сказать, эта победа
принесла и негативные результаты, в том числе. Если мы возьмем еще одну страну, Куба, до последнего времени мы могли бы ее причислить к странам, в которых построен социализм, до прошлого года. Но в прошлом году было принято решение о том, что вы 1 000 000 трудящихся уволить из государственного сектора и превратить в самозанятых. Что такое самозанятый? Это, так сказать, такое красивое или с претензией на красивое название безработных, которые брошены на произвол судьбы, и им предоставлено, дескать, начинайте свое дело. Вот сейчас вам идите, начинайте свое дело. А что значит начинать свое дело? Капиталистическое дело начать так нельзя, потому что в соответствии с теорией Маркса, для того, чтобы начинать современное крупное капиталистическое производство, нужно иметь первоначальный капитал, достаточно большой. Первоначальный капитал все страны капитализма, все, создавали путем грабежей, насилий, преступлений и так далее. Ну, так же и в России, также первоначальный капитал. Откуда такой капитал у Абрамовича или, допустим, у Прохорова? Что они трудились, да, изобретатели, инженеры, внедряли научно-технические достижения и вот, так сказать, постепенно нарастили. Нет, конечно. Первыми прибежали к дележу, так сказать, общественного пирога, и в результате этого дележа отхватили себе, так сказать, огромные куски общественного народного богатства и стали, так сказать, богатыми. Ну и какая вероятность того, что так называемые самозанятые на Кубе сумеют какое-то вести более-менее развитое хозяйство? Никакой вероятности нету, потому что что такое самозанятые? Это как вот наши ларёчники. Ларёчники могут вести, осуществлять научно-технический прогресс, если у них там даже туалета нет, а есть ведро? Могут. Внедрять новую технику, достижения науки. Куда они будут внедрять? Во что они будут внедрять? Там никакой техники нет и быть не может. Их заставляют, правда, иметь кассовые аппараты. Вот и вся техника, какая только есть. Поэтому вот если мы возьмем Кубу на сегодняшний день, то Куба ушла в переходный период от капитализма к коммунизму. Или можно считать от коммунизма к капитализму, потому что это период тот же самый. Потому что это граница между двумя формациями, и вот на границе между двумя общественно-экономическими формациями, ну вот, так сказать, балансирует на сегодняшний день Куба. Есть маленькая страна Лаос, недалеко от Вьетнама, настолько маленькая, что, в общем, очень часто иногда даже ее просто не упоминают. Она тоже является страной, в которой социалистическая революция в политике победила, а социалистические отношения, общественная собственность на все решающие средства производства не обеспечена, и поэтому социализм там не построен. Вот и, собственно говоря, этим исчерпывается, тем, что вот я сказал, весь список стран, которые относятся к переходному периоду или к периоду перехода от капитализма к коммунизму или от коммунизма к капитализму, в зависимости от того, какая сейчас тенденция там берет верх в тот или иной момент. Это не так мало, учитывая, что один лишь Китай – это 1 000 000 000 населения. Не так мало. Ну и не так много, учитывая, что на Земле 7 миллиардов сейчас человек. То есть вот какую мы наблюдаем картину. И, следовательно, смотрите, сколько мы всего типов обнаружили. Всего 2 типа. Всего 2 формации. Одна формация капиталистическая, другая формация коммунистическая. И переходный период между ними. Вот и все страны можно разделить на три такие группы. И никаких других формаций сейчас нет. Феодальных стран нет, рабовладения нет. И первобытного общинного коммунизма тоже нет. Вот, так сказать, вся картина, такая сложная, многоцветная картина мира упрощается, поскольку мы проводим классификацию. Но для того, чтобы эту классификацию аккуратно проводить, надо уточнить понятие общественно-экономической формации. Общественно-экономическая формация – это категория, которая фиксирует тип общественных отношений, в основе которого лежит определенный способ производства. Категория фиксирует тип общественных отношений, в основе которого
лежит определенный способ производства. И не только тип общественных отношений, но и общественного сознания, соответствующего этому типу общественных отношений. То есть в итоге можно сказать так, что общественно-экономическая формация как категория фиксирует тип общественно-экономических отношений, соответствующих определенному способу производства, и, соответственно, тип общественного сознания. Поэтому можно рассмотреть структуру общественной формации, общественно-экономической формации. Структура общественно-экономической формации выглядит так. Способ производства определенный. Их всего может быть 5 исторически. Способ производства. На это, так сказать, своего рода базис. Базис. На этом базисе высится политическая и идеологическая надстройка. На этом экономическом базисе высится политическая, возвышается политическая и идеологическая надстройка. Когда мы говорили о различных способах производства, мы пока абстрагировались от других общественных отношений, брали только производство материальных благ. А теперь мы берем и те общественные отношения, которые строятся на этой основе. На этой основе, то есть на этом базисе. Вот мы получаем таким образом структуру общественно-экономической формации. В общественно-экономической формации определяющим является способ производства, экономические отношения, соответствующие этому способу производства. А определяемыми являются что? Другие общественные отношения, политическая настройка и общественное сознание. О сознании мы в прошлый раз достаточно обстоятельно говорили. Но это относится не только к сознанию, а вообще к всем другим общественным отношениям. Это если мы рассматриваем, так сказать, как бы завершенную общественно-экономическую формацию, а не переходный период от одной формации к другой. Поэтому если вы возьмете переходный период или страны, находящиеся в переходном периоде, то вы там увидите причудливое сочетание и борьбу противоположных способов производства и противоположных формаций. Поэтому говорят, что в переходном периоде имеются различные уклады. Не способы производства, а лишь уклады. Вот применительно к переходному периоду, который у нас был в России, после политической революции 1917 года, у нас в России было 5 экономических укладов. 5. Самый, так сказать, отсталый уклад, патриархальный. То есть люди производят что-то, сами потребляют, ни с какими другими людьми не связаны. Замкнутая такая система индивидуального производства. И она тянется с незапамятных, самых древних времен. Дескать, вот что-то землю копаю, сажаю картошку и огурцы. И единственное, так сказать, что связывает с другими людьми, это соль, которую надо купить для того, чтобы посолить огурцы, из которых есть картошка. И все. Патриархальный уклад. Следующий уклад – мелкотоварный. Когда характеризующийся тем, что представители этого уклада ведут производство на рынок. А мелкотоварные, потому что они сами работают и выносят продукты своего труда на рынок. Вот кого вы встречаете, бабушек у метро, которые еще выносят туда огурцы, помидоры, грибочки засоленные. Сегодня я видел у площади мужества представителей этого мелкотоварного уклада. Они эти вот продукты произвели для обмена. Если это основная масса продуктов, тогда их надо относить к мелкотоварному укладу. А если это они излишки только выносят, а в основном сами потребляют, то они никакого особого уклада не образуют. Так, скорее всего, и есть. То есть не то, что они там сделали 100 банок, и все 100 банок пошли
на продажу. Они сделали, может быть, и 100 банок, из них 80 банок потребили сами и отдали родственникам, а 20 банок понесли, чтобы какие-то деньги выручить. Поэтому, поскольку, чтобы отнести определенное производство к какому-то укладу, надо, чтобы этот какой-то критерий, который мы берем, был бы решающим. В данном случае производство на рынок не является тут решающим критерием. А вот когда главное, что делает представитель какого-то уклада, это производит продукты для обмена, выносит их на рынок, и заведомо производство ведут для обмена, для продажи, тогда это мелкотоварный уклад. Вот второй уклад, который был в России в переходный период. Третий уклад был, и это частнохозяйственный или частнокапиталистический уклад. Частнокапиталистический уклад. Когда они не только выносят продукты своего производства на рынок, но в своем производстве они используют наемный труд, и наемный труд приносит им основную массу дохода. При этом сами они тоже могут работать, как, скажем, многие капиталисты работают, правда? Непосредственно управляющими в своей фабрике, да? Но количество чужого труда, которое они присваивают, или количество присвоенного чужого неоплаченного труда превосходит тот труд, который они сами затрачивают. Это характеристика капиталистического уклада. Дальше еще два уклада, связанные с тем, что в январе 2018 года у нас была проведена национализация, и образовалось много государственных предприятий. Государственных, потому что они принадлежали уже государству. А по типу хозяйствования основная масса предприятий, как раньше хозяйствовало, так и хозяйство. Только прибыль от этих предприятий идет в государственную казну, в государственный бюджет. Вот такие предприятия, которые тоже работают на рынок, сами все решают, и никакого плана нет, никакого такого рычага, который бы подчинил деятельность этих предприятий общественным интересам, нету. Поэтому государственная собственность есть на эти предприятия, а общественной собственности пока нет. Потому что, вообще говоря, государственная собственность не тождественна общественной, правильно? Хоть это и государство рабочего класса, но эти предприятия в интересах рабочего класса не действуют. Они действуют, так сказать, как и раньше действовали. Что-то закупают, продают, покупают прибыль. Они очень напоминают наши нынешние предприятия типа «Газпрома», «Роснефти» и так далее, которые фактически, так сказать, то, что они добудут прибыль, передают эту прибыль государству. И, наконец, да, это как называется этот уклад? Этот уклад называется госкапитализм. Госкапитализм. А от того, что здесь гос, это социалистическое государство, все равно он не перестает быть капитализмом, потому что вся система хозяйствования этих предприятий построена так, как построена система капиталистическая. Они также нанимают работников, также их эксплуатируют, только чужой неоплаченный труд отправляют государству. И, наконец, это те предприятия, национализированные, которые по плану действуют в общественных интересах. Сначала их было мало, потом стало становиться все больше, 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 и пока они, во-первых, не охватили весь национализированный сектор к концу 20-х, начало 30-х годов. И пока они в конкуренции с мелким производством не завоевали господство в целом. И тогда, когда они подавили другие уклады, когда все другие уклады, так сказать, исчезли, разорились, потому что если государственные предприятия, которые развиваются по единому плану, в которых применяются технические достижения, если эти государственные предприятия производят более дешевую продукцию, никто не пойдет на рынок покупать более дорогую. Никто. Тут поведение потребителя предугадать очень просто. Если я стою, я очень люблю частную собственность, не люблю государственную, не люблю социализм. Но вот тут социалистические пирожки стоят 2 рубля, а капиталистические 20 рублей. Я куплю социалистические пирожки. Поэтому НЭП никто не отменял. Его не отменяли. НЭП себя исчерпал. То есть вот эта политика экономической борьбы
социалистических предприятий, социалистического уклада со всеми другими укладами за то, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей общества во всем необходимом, это вот эта экономическая борьба завершилась полной победой социалистического уклада, и тогда он уже не стал укладом, а стал основным способом производства, на котором высятся и другие общественные отношения. А какие это? Политические и отношения. А также этим определяется сознание общества. Ну, не надо так понимать, что если вот базис социалистический, то есть коммунистический, да, то сознание все коммунистическое. В базис-то противоречив, правильно? Если это коммунистический способ производства, то это такой коммунизм, который вышел из капитализма и во всех отношениях несет отпечаток того строя, из которого он вышел. И можно так сказать, что это коммунистический способ производства с отрицанием. А что такое отрицание коммунизма? Это антикоммунизм. Поэтому, значит, при социализме из экономического способа производства, из способа производства вытекает не только действие коммунистические, но и антикоммунистические тоже. В чем они состоят? Не то важно, что я делаю. Если я работаю на предприятии социалистическом, а то важно, что я за это буду иметь. Это действие какое? Это действие прямо противоположно коммунистическому способу производства. Как можно меньше дать обществу, как можно больше от него получить. Вот из этого вырос капитализм потом в России очень быстро. Разве это такого отношения не было при социализме? Было. Разве оно не было распространено? Очень было распространено. Мне не важно, что я делаю, не важно для чего. Тем более, скажем, на оборотных заводах еще и не узнаешь, что ты делаешь. Неизвестно, чего мы делаем, для чего делаем, зарплату получаем и ладно. Секретно, да. А что сделать с этими вот вещами? Вот я когда был в школе, мы работали на 936-м заводе. Я там был токарем-часовщиком 3 года, по 2 дня в неделю. Все было секретно, ничего не знали. Только когда пойдешь на заводскую помойку, там вот на помойке лежат такие циферплаты, написано «бомба сбрасывайте». А так все секретно, ничего не известно. Поэтому, когда мы говорим, что базис лежит в основе, он коммунистический, но как вот люди хорошие с недостатками, так и базис коммунистический, с отпечатками капитализма. В этом и особенность экономического базиса на первой стадии развития коммунизма. Социализм – это коммунизм? Коммунизм какой? А вот который вышел из капитализма и во всех отношениях, писал Маркс, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Как, в каких отношениях? В экономическом, нравственном и умственном. Для нас самое важное, что в экономическом отношении. Если в экономическом отношении есть, то будет и нравственным, и умственным на этой основе. Поэтому те представления, которые потом у нас получили господство к концу вот советского периода, к концу переходного периода от социализма к капитализму, о том, что вот я некий развитой социализм, все у нас развитое, они прямо противоположны тому, что происходило. К концу как раз этого периода вверх стали брать антикоммунистические тенденции во всех отношениях. И, наконец, они окончательно взяли вверх, и поэтому мы считаем, что с 1991 года переходный период от коммунизма к капитализму в Советском Союзе закончился, а с этим вместе закончился и Советский Союз. И появилась буржуазная Россия, а также другие буржуазные страны на постсоветском пространстве. Поэтому неверно говорить, что вот Советский Союз развалился. Его разрушили. Причем разрушили, можно сказать, довольно целенаправленно, поскольку это разрушение шло в течение 30 лет. Еще на 22-м съезде было объявлено, что диктатура пролетариата себя, дескать, изжила, что у нас теперь государство общенародное, в полном противоречии со всеми теоретическими установками марксистско-ленинской теории, марксизма-ленинизма, в полном противоречии со всеми предыдущими программами, ну и, так сказать, со всем тем, что было всегда в теории социализма и коммунизма. И после этого началось разрушение. 30 лет – переходный период. И поэтому, вот, когда мы рассматриваем такие моменты, как борьбу, скажем,
ГКЧП с Горбачевым или псевдоборьбу. Потому что непонятно, то ли это, так сказать, они действительно с ним боролись, то ли он сам это все инсценировал. То понятно, что и та, и другая сторона идейно очень близки. Что одни против диктатуры пролетариата, что другие против диктатуры пролетариата. Поэтому это уже борьба среди тех людей, которые пытаются сохранить свою власть, а не борьба за определенные коренные интересы там, соответствующего класса. Вот это замечание очень важное. Просто надо иметь в виду, что когда мы говорим, что экономический базис определяющим является, так экономический базис тоже противоречив. Надеюсь, что присутствующие не забыли определение производства, которое мы специально давали. Да? Производство – это что такое? Это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вот эти вот общественные отношения, которые объективно необходимы, чтобы осуществлялось производство, это производственные отношения. А форма общества, это, собственно говоря, и есть определенный тип производственных отношений. А если взять общество в целом, то надо взять не только производственные, но и другие общественные отношения и общественное сознание. И если в прошлый раз мы рассматривали только бытие и сознание, и все, то сегодня мы как бы достроили все это до целого социального организма. То есть общественно-экономическая формация – это есть такая категория, которая представляет общество как определенный организм социальный, в котором все типы или виды общественных отношений взаимодействуют друг с другом. Если мы говорим, что способ производства является определяющим, из этого, как вы понимаете, не следует, что надстройка политическая или что общественное сознание не влияет на способ производства. Правильно? Потому что речь идет ведь о людях и о тех людях, которые действуют в обществе и вступают в определенные отношения. Поэтому все законы в обществе – это законы действий людей. Это спокойные в явлении. А явление само представляет собой действие большого количества миллионов людей. Поэтому, если мы говорим, что экономика является решающей, составляет базис общества, то это вовсе не значит, что на экономику не влияют всякие политические, идеологические факторы и так далее. Точно так же, как вы представляете себе, вот, скажем, полет на самолете. Конечно, самолет – это главное, что нужно, чтобы прилететь в нужное место. Но вот если, так сказать, некоторые субъекты, которые должны были нанести соответствующий противообледенительный состав на самолет, этого не сделали, то погибли люди, и этот самолет не только никак, всех принес, ну, почти всех привез на кладбище, а не то место, куда он должен был повезти. Вчера я слышал по радио, один довольно товарищ ехидно говорил, что вот когда разбился Як-42, российский самолет, то Дмитрий Анатольевич Медведев тут же выступил и сказал, надо закупать иностранный самолет. Как только разбился иностранный самолет, вчера, Дмитрий Анатольевич не выступил, что надо покупать российский самолет. Почему? Говорят, что виноват командир корабля, который не согласился подписать договор о том, что фирма «Ютейр», которой принадлежал самолет, оплатит это самые работы по покрытию соответствующей жидкостью, обладающим свойством антиобледенения. А что значит командир? А ему давала фирма это? Он же в частной фирме работает. И если этот самый командир такое соглашение подпишет, ему скажут, что ты у нас больше, может быть, больше и не будете командиром корабля. Нам не нужны такие, которые зря тратят деньги. Разве свободные летчики и командир корабля свободен в выборе этого решения, платить деньги или нет? Он чьи деньги должен заплатить? Не свои. Или ему скажут, платите свои тогда, мы вам не давали добро.
Кто должен за этим следить? За тем, чтобы обработка была всех судов, независимо от того, что по этому поводу думают командиры или фирмачи, которые выжимают из этих самолетов все, что только можно. Этот самолет 91 года, когда он был построен, и 92 года был введен в действие. Он был в Японии, потом он был в Китае, потом он был в Эстонии, потом в Чехии. Для всех этих стран он уже старый, зато его сюда привезли, и на нем летали до тех пор, пока он не упадет, как, собственно, и на других самолетах. Технику надо было на обновлять. Надо. Кому? Это надо тем, которые падают. А тем, которые отправляют людей падать, это не надо. Им надо деньги. Чтобы обновить, надо закупить новый самолет. Обычный автомобиль сколько ездит? Ну сколько его? Считается 5 лет старый автомобиль. Ну, наверное, у автомобиля это сложные дорожные условия, тут дождик, снег сыпется на него. А самолет, можете себе представить, в каких условиях эксплуатируется самолет? Какие режимы, какие нагрузки? Не случайно, когда у нас произошла авария двух МИГов, истребителей, и комиссия проверила, 200 штук самолетов МиГ, оказалось, что они в силу старости уже имели корпус весь в микротрещинах. Поэтому вопрос был в том, в какой момент эта микротрещина превратится в большую трещину и отвалится хвост. Когда собирается комиссия по выяснению причин падения самолета, то она решает, почему он упал. Хотя на самом деле комиссия должна выяснять другой вопрос. Почему этот самолет летел в таком возрасте? Почему он летел? И почему его выпустили? Почему допускает это? Кто себе из чиновников наших позволяет больше 5 лет ездить на автомобиле? А на самолете, пожалуйста, летайте. Или говорят, вот человек полетел на вертолете и упал. Так вертолет 30 лет. Что вы хотите? Вы не летали на вертолете? Там все трясется на этом вертолете. Если что завернуто, какие гайки должны отвернуться? Страшное дело. Я один раз летал на вертолете, и хочу вам сказать, что это не удовольствие лететь совсем. Ну, если его по 30 лет держат в воздухе, что это такое? Как раз в это же время, обсуждается вопрос, что вот мы закупили 50 Боингов. Тогда Обама сказал Медведеву, что это очень здорово, это хороший очень шаг, это нам обеспечит 44 тысячи рабочих мест. Мы обеспечили американцам 44 тысячи рабочих мест. А как посчитали наши ученые, это мы обеспечили себе гибель от примерно 1 миллиона человек, россиян, которые не будут обеспечены работой, и не будет у них никаких рабочих мест, и не будет у них никакой зарплаты, ну и, соответственно, не родятся дети и так далее, не будет соответствующих семей. И вот результат. Поэтому, когда мы рассматриваем вопрос о типе производственных отношений, мы должны научиться из этого типа выводить, а что будет из него следовать. Вот если тип производственных отношений такой, что все сориентировано на рынок, как говорят, все решит. Вот если я делаю пельмени для рынка, а зачем я туда мясо буду класть, подумайте. Ну зачем? Я же есть-то не собираюсь эти пельмени, вы же будете есть. Мне важно вам написать, все это красиво нарисовать. Сейчас у нас с Украиной небольшая война экономическая. По какому вопросу? По поводу того, что в сыры закладываются тропические жиры. То есть всякого рода низкосортные жиры, растительные, закладываются в сыры. А сыр должен делаться из чего? Молока. Из молока. Почему-то думали раньше мы, что из молока. А он делается из воды и жиров. Это называется спред. Раньше люди были темные и не умели смешивать воду и жир. Они другие вещи научили там разбавлять или смешивать. Например, сметану можно залить водой, если она очень жирная, и вам не надо будет так мучиться, что жирная очень сметана. Раз.
Если у вас сахар, рядом с мешком сахара, надо ведро воды поставить, и сахара будет больше. Если это творог, наливай молоко. А вот подсолнечное масло, пробовали воду туда долить. Вода внизу, масло наверху. Ничего не получалось. Но пытливая инженерная и конструкторская научная мысль же работала. И изобрели эмульгаторы. Эмульгаторы, с помощью которых образуются большие молекулы. Большие молекулы образуются так. Две молекулы воды и одна молекула растительного жира. И вот эти, с помощью этих больших молекул, то, что получается в результате смешения подсолнечного масла или другого растительного масла, воды, двух молекул воды и одного молекулы масла, и эмульгатора получается, что мягкое масло, так называемое, или позже маргарин. Поэтому с развитием капитализма масло сливочное стало вытесняться маргарином. И вам про него объяснят, что оно совершенно безопасное, что там нет холестерина и так далее. В воде точно нет холестерина. И рама, только хорошо, рама уже едят. Стекла не едят пока еще, но рама уже едят. И реклама такая показывает буренку, ей очень нравится этот воймикс. Почему он нравится? Потому что молоко прямо попадает от буренки, видимо, к теленку. Никак, ни капли молока не попадает в масло. Потому что масло делается из воды, и сначала из хорошего подсолнечного масла, а теперь уже делают из рапсового масла, потом из кокосового масла. И черти из какого масла только еще его не делают, вы даже не узнаете, из какого масла это делают. А если вы пойдете сейчас в магазин, в любой, то в силу того, что у нас способ производства сейчас буржуазный, то если написано «сливочки», это что? Что это? Это ласково названы сливки? Нет, сливки они не имеют права написать, потому что это не сливки. Вы почитайте, из чего они состоят. Растительное масло, сахар, вода, эмульгатор. Сливки-то сливали, самое жирное с молока. А теперь берут, в лучшем случае, какое? Обезжиренное молоко, то есть воду, обратно это называлось, обратно везут, так сказать, сепарируют, везут в город, там сепарируют молоко, получают сметану, сливки, потом сметану, а обратно везут вот это обезжиренное молоко, которое вам рекламируют, говорят, вот покупайте 1% молочко, 1% кефирчик, это очень полезно, а вода, я думаю, еще полезнее, потому что если будешь пить воду, точно похудеешь. Растительно-молочный продукт. Новое изобретение. То есть убрать животные жиры, добавить туда растительные жиры. Ну и одно время это было, пытались это продавать по той же цене, что обычная, нормальная сгущенка. Но не судьба, видимо, народ все-таки раскусил. Все одно дело со сгущенкой, которая из цельного молока, другое. Это сгущенка, которая делается из обезжиренного молока и растительных всяких жиров. Сахар. Но быстро-быстро надо размешивать. Эмульгатор добавить и быстро-быстро размешать. Поэтому сейчас это по цене обычно меньше. Но люди за меньшую цену вообще не получают сгущенки. Никаких, конечно, сливок не получают. Это не сливки, их не получают. То же самое, если вы сейчас пойдете к иконостасу, к колбасному, будете читать, что из чего состоит то, что там разложено, то вам долго очень придется искать такие, если предположить, что то, что пишут, это не обман. Если предположить, что то, что пишут. Хотя вы знаете, что даже в газетах нет цензуры, в журналах нет цензуры. Почему вы думаете, там то, что написано про колбасу, прошло цензуру? Что там написано? Соя. Соевый белок. Что такое соевый белок? Вы ничего не... Я для интереса... Именно в том числе и потому, что я лекцию читаю, специально купил однажды псевдомясо из этого соевого белка. Но более отвратительной еды я в жизни не ел. Жена не доела, я доел. Теперь я твердо знаю, что это я узнаю по вкусу. Что еще можно добавить в мясо, чтобы колбасы было в два раза больше произведено, чем произведено мясо в стране?
Что? Еще после реформы 65 года, когда у нас предприятия считали социалистическими, но они уже сориентировались на рынок, на объем реализации, на прибыль и рентабельность, состав колбасы, по данным журнала «Плановое хозяйство», был такой. Ну, мясо было немножко, жиры, крахмал, костная мука. Представляете, такие большие маслы, которые на мельницах здорово размолоты в костный порошок, и его добавляют в колбасу. Вы узнаете по вкусу? Не узнаете. Он не переваривается нашим организмом. Вот этот костный порошок. Дальше идет нитрат, нитрит, поташ и казеинат натрия. Это вот такая была структура колбасы тогда. Я думаю, что сейчас продвинулось многое вперед. Сейчас еще улучшители вкуса, разрыхлители, усилители, регуляторы кислотности. Много чего есть. А почему? А потому что цель-то не в том, чтобы ваши потребности удовлетворить, а чтобы от вас получить деньги, правильно? Дальше надо, чтобы, чтобы от вас получить деньги, надо вас убедить, что это очень хороший и полезный продукт. То есть надо затратить деньги на рекламу. Это чьи деньги? Тех, кто производит колбасу, или тех, кто покупает? Ну, кто покупает? То есть вот вы же будете оплачивать эту рекламу, потому что реклама входит в издержки производства. Вот все, что вот вас агитируется, купите кетчуп. Это в стоимость кетчупа войдет. И фильмы, где они там все это поливают из разных банок, это все входит в стоимость. А если это про кетчуп поют песни артисты, которым заплатили деньги, как они любят этот кетчуп, то это тоже входит в издержки производства этого самого кетчупа. Поэтому там все меньше и меньше вот в издержках этого самого помидоров, и все больше и больше всяких посторонних включений, включая музыкальные, там, певческие и так далее. И мысль продолжает в этом направлении работать и дальше. Но есть иногда бывает, вот вы можете найти, вот я как-то однажды думаю, а есть у вас хоть пельмени из мяса? Есть, говорит, 400 рублей пачка. Но есть все-таки, бывает надо. То есть вопрос здесь не в том, что есть какие-то плохие люди, которые что-то неправильно делают. Они делают с точки зрения данного способа производства правильно. Если можно с вас получить деньги какими-то, так сказать, средствами, не за счет того, чтобы улучшить продукт, его вкусовые качества, или там, скажем, если можно улучшить, то именно вкусовые качества, но ничего в нем не поменять, говорят, вот напиток есть вкус клюквы, клюквы там нет, а вкус клюквы есть. Или говорят, ароматизатор идентичный натуральному. Что значит идентичный натуральному? То есть химия, вам кажется, что это черная смородина рядом не стояла. Потом, я думаю, все уже полюбили вы такой напиток, как бензоат натрия, потому что, чтобы вы не пили, обязательно его туда добавят. Или, если это сок, допустим, клюквенный, то туда добавлена лимонная кислота. Зачем? Потому что добавлен туда сахар и еще кислоты, чтобы не было видно, что там, так сказать, вот просто много, слишком много сахара добавлено. Но он пусть останется кислый. Меньше клюквы, больше сахара, да? Не слышу. Можно выйти? Конечно. Я чувствую, что вы даже наслушались такого. Нет, я слышу. Мне тоже бывает нехорошо, когда я смотрю на вот это, вот, из чего состоят эти продукты. Причем я близорукий, так сказать. Можно сказать, с раннего возраста был. Но сейчас я вот очки не ношу, потому что вся реклама очень крупная, все можно прочитать, как бы ты ни отворачивался. Это во-первых. Во-вторых, все что мелкое я очень хорошо читаю. Поэтому мои коллеги не видят, что они едят, я вижу, что им предлагается съесть. Понятное дело, что если я ставлю своей целью ту цель, которая стоит перед любым капиталистическим предприятием, извлечение прибыли, то на любые ухищрения можно пойти, чтобы получить эту прибыль, на самом деле затратив как можно меньше. И это не обвинение только в адрес, так сказать, капитализма. Дело в том, что вот при социализме в газете «Правда» такая была интересная статья после реформы 1965 года, когда уже экономика сориентировалась на рынок,
Называлась эта статья «В чем соль?». Вы думаете, это фигурально, в чем соль, в чем, так сказать, суть вопроса? Нет, это буквально в чем соль. Если вот вы берете вот этот сыр лиманский или просторечие брынза, вы думаете, он такой соленый, потому что он такой вот должен по технологии изготовления? Да нет, если вот у вас, допустим, тонна этого сыра, и туда еще 200 килограмм бросить соли, будет 1 тонна 200 килограмм сыра. А вы не видели, что вот вы берете какую-нибудь соленую рыбу, из нее соль прямо вот выпирает все? Это говорит, почему? Вы думаете, что это нужно, чтобы ее сохранить? Да нет, она прекрасно будет сохраняться, если вы несколько раз меньше соли положите. Но если вы на 100 тонн рыбы бросите тонну соли, у вас сколько будет рыбы соленой? 101 тонна. Ну, видите, какой эффект? Колоссальный. А если вы думаете, почему такое вот печенье все, такое сладкое-пресладкое все торты, что люди мучаются, не знают, как избавиться у них диабет, у одних, у других, у третьих. В чем дело? Зачем столько сахара? Так если туда бросить сахара, вот если у вас тонна тортов, ну если туда 100 килограмм сахара еще добавить, то у вас уже 101 тонна этих тортов, которые гораздо дороже сахара в расчете на единицу, правильно? То есть, если к дорогому продукту прибавить еще дешевый продукт, ну вот, например, костная мука, так это вообще ничто. Добавил и все. То сразу получается много этого самого продукта. Правда, качество этого продукта изменяется, безусловно. Или вот вы обратили внимание, раньше говорили, дайте нам килограмм хлеба. А что, есть сейчас килограмм? Производители, так сказать, незаметно начинают, чтобы не было видно, что цена растет, просто уменьшают упаковку. Сейчас сахарный песок в какой упаковке? Полиэтиленовый. 900 грамм, а не в полиэтиленовый. 900 грамм упаковка, а не килограмм. То есть вы как бы покупаете килограмм, а он 900, завтра 800 дадут, потом 700. А цена та же. Что происходит? Ну это уже на глаз видно. На глаз. Где же видно? На глаз видно, что он полиэтиленовый. Вот это на глаз видно. И слышно. А на самом деле уменьшается количество при той же цене. И так далее. И это нельзя... Не, ну вот представьте себе, скажем, феодальный способ производства. Вот. Вот кто из вас, будучи помещиком, допустил бы, чтобы эти крестьяне туда пихали какие-то продукты, в грибы там, или в варенье, черти что. Этого крестьянина бы секли бы плетьми. Потому что разрешалось это делать помещику. Производство было не товарное. Эти продукты, которые производил крестьянин на барщине, куда шли в потребление барина. Так далее, даже вкусные должны быть продукты, правильно? А те продукты, которые крестьянин производил для своей семьи, неужели он будет постараться похуже взять какие-нибудь похуже пшеницу, похуже рожь? Да? Похуже огурцы, похуже помидоры. Неужели он будет стараться? Нет, конечно. Но с развитием товарного хозяйства, когда крестьяне излишки стали выносить в город, то они уже часть продукции производили для обмена с горожанами. Правильно? А раз для обмена с горожанами, то, они, то тогда появилась такая поговорка «сам бы ел, да деньги надо». Очень вкусно. «Сам бы ел, да деньги надо». А потом, ну, если мне надо, я есть-то не буду, так я могу уже дать такое, что сам есть. Точно не буду. Я себе уже не такие сделаю. Сам-то я такой есть точно не буду, что я вам отдаю. И с развитием товарного хозяйства крестьяне уже делали не то, что себе бы делали, а то, что они сами себе бы не делали. Почему? Потому что потребительная стоимость является условием получения стоимости. Вы же не можете произвести такой продукт, который вообще не нужен. Хотя вот у нас производится и то, что вообще, как говорят, безделушки, то, что вообще ни зачем не нужно. Но если хорошая реклама, то вам и могут продать и то, что вам совсем не нужно. Скажем, пищевые добавки. Всем известно, что сколько уже отравили людей пищевыми добавками. Дескать, вот вы съешьте эту добавку к пище, и вам будет хорошо. А на самом деле вы съешьте вот эти добавки, которые мы вам продали, нам будет хорошо. Потому что мы от вас деньги получим, а вам, возможно, будет плохо. И многие люди отравились и отравляются. Или заведомо они состоят из таких
элементов, которые ничего не дают человеку вообще. Я, например, видел такой препарат, который рекламировался в бесплатной газете под названием «Честно люди». Вот честно рекламируют, пишут. Препарат «Лохеин». Приготовили для лохов прямо. Так и пишут. «Лохеин». Вылечивает все болезни. Все у вас будет работать. Все лучше будет. Покупайте и потребляйте. «Лохеин». И идут люди и покупают. Но если они сдают в МММ, деньги просто вообще, просто сдают. Чего уж удивляться, что тут они что-то покупают. Не надо удивляться. То есть это очень интересный способ производства. И вот тут как с идеологией? Все то, что продается, то рекламируется. Что если очень раскрученный певец, это означает, что он хорош? Хотите, чтобы вы были хорошей певицей, дружите с Пугачевой. Не будете дружить, возможно, вы не пройдете на видные места. Ну, не будет у вас концерта. Кто узнает, что вы хороший певец? Не будет концерта у вас. Хотите, чтобы был концерт? Подружитесь вот со мной и вот с товарищем. Не хотите? Я буду вашим антрепренером. Вот у нас выдающийся певец и сидит на первом ряду. Он не случайно сидит на первом ряду. Он сейчас споет. Но мы можем и не исполнять. Вы и так должны поверить, что он великий певец. И все. Реклама началась уже. Уже раскрутка идет. Это играет твою роль навязчивая реклама. Конечно, это играет во всю свою роль. Другое дело, что вот в области, скажем, вокального искусства вот тяжело с этим все равно, потому что приезжают люди, которые, у которых такой природный голос, что его никакой раскруткой не затмишь. И все равно они люди пробиваются, вот, очень талантливые люди. Ну а если где-то, например, на одном уровне, так вот, скажем, вот я, допустим, лучше вас пою, вас раскрутили, вас слышно, а меня вообще не слышно. Запросто. Вот мы должны с вами, как социальные философы, понимать, что это способ производства. Он такие токи дает из самого производства на все. Вот что у нас не продается, что нельзя купить? Скажите, пожалуйста, сейчас все продается. Что нельзя купить? Все покупается. Абсолютно. Это можно как сказать, все продажное. Все продается. Скажешь, что, почему такие люди такие продажные? Так у нас такой строй продажный, поэтому и люди продажные. А какие должны быть люди? Какой строй, такие люди? Нет, ну не значит, что все, не значит, что в одинаковой степени, но это очень распространено. Правильно? А у нас ведь противоположные есть интересы, потому что одни люди одни интересы выражают, другие другие, но если речь идет о выражении вот этой тенденции к тому, чтобы рынок все решал, ну так это вот тенденция и превращает, так сказать, многие предметы в предмет купли-продажи, который вообще ничего общего не имеет там с товаром и с материальными продуктами, продукты духовного творчества. Вот таким образом, если я могу отнести, вот проанализировать какую-то страну, вот я ее не знаю, взял страну, начал анализировать и определил, к какому способу производства она относится, производство в этой стране, и к какой формации относится она. Я все сказал в этой стране? Если я определил, что вот эта страна, допустим, относится к буржуазному способу производства, к буржуазной общественно-экономической формации. Я все сказал про эту страну? Всего. Ну как же все-то? Ну как же все? Нет, конечно. То есть надо понимать, что это общественно-экономическая формация, эта категория тоже абстрактная. От чего она абстрагируется? От производства не абстрагируется, от формы производства не абстрагируется, от политических форм не абстрагируется, от общественного сознания не абстрагируется. Но много чего абстрагируется. От национального состава населения абстрагируется? Тут что-нибудь есть, когда я говорил об общественно-экономических формациях, что-нибудь я говорил о национальности или о нации? Ничего не говорил. То есть самые разные могут быть. Тут сочетание национальных отношений, которые никак не выражаются этой категории. Историю, как сложилась вот эта вот формация. Здесь затрагивается эта категория? Нет.
Вот есть капитализм в Америке, есть капитализм на огненной земле. Есть капитализм в Буркина-Фасо, в Африке. Почему некоторые думают, у нас будет капитализм, будем жить как в Америке? А почему вы думаете, что будете жить? Вы будете жить как в Буркина-Фасо. Потому что никому в Америке не надо, чтобы вы жили как в Америке. Они сами живут в Америке, им надо, чтобы у них была хорошая жизнь. У них золотой миллиард, а еще 6 миллиардов лишние. Но эти 6 миллиардов пусть работают, чтобы 1 миллиард хорошо жил. Это нормальные отношения капиталистические? Для капитализма это нормальные отношения? Вы работаете, я хорошо живу. У нас был такой очень интересный товарищ, коллега, профессор Рященко. Он с лаборанткой разговаривал. Ну давай, говорит, выясним, как мы с вами живем. У тебя сколько, говорит, зарплата? Она говорит, у меня, говорит, 200 рублей. И у меня 3200. Нет, у него 450 было рублей, а у нее сотня. 450 и 100. Сколько получается? 550. Делим пополам. По 225 рублей. О, по 275 рублей. Ну да хорошо, мы живем с тобой. Средний 275. Так и здесь. Вот у Абрамовича, допустим, у него там 15 миллиардов долларов. И у вас, допустим, 100 долларов. Но на двоих это по 7,5 миллиардов и еще вот эти по 50 долларов разделили. Да? В среднем-то хорошо у нас живем. У нас какое соотношение 10% самых бедных и 10% самых богатых в России? В разных странах, вот, которые относятся к одной и той же общественно-экономической формации, капиталистической. Разный уровень неравенства. Например, в странах Европы, если мы возьмем 10% самых доходов самых богатых и отнесем их к 10%, к доходам 10% самых бедных, мы получим соотношение примерно 5-7. В Европе, да, 5-7. От 5 до 7 в разных странах. Если вы возьмете страны Скандинавии, Норвегию, Швецию, Финляндию, 3-5. Это называется децильный коэффициент. 10% доходов самых богатых и доходы 10% самых бедных. Вот делим одно на другое и получаем этот коэффициент. В Америке 9. Как вы думаете, в России? 1. А? Что? 1, 2, 3. Вот здесь был год назад, на днях петербургской философии, выступал академик, член президиума Российской академии наук Роберт Нигматуллин. Вы можете его найти книжку, она называется «13 теорем». Р. Нигматуллин, «13 теорем». Она в интернете есть, и она как бы воспроизводит его выступление. Он говорил, что у нас в России децильный коэффициент примерно 32. Государство наше утверждает, что 16. Но вы понимаете, что мы впереди планеты всей по этому коэффициенту. Или во всех странах капиталистических, во всех, кроме нас, имеется прогрессивная шкала налогообложения. Это что значит? Это значит, что если вот у меня доход там зашкаливает за определенную сумму, как идут миллионы или даже миллиарды, то, соответственно, увеличивается процент отчислений. Это в других странах, а у нас нет. У нас, если вот тетя Дуня получила зарплату минимальную, но с нее вот с минимальной-то не берут, а вот чуть-чуть побольше зарплаты уже берут с нее 13%. 13%, если больше минимальной зарплаты получает человек. А если миллиардер, тоже 13%. А во Франции? А во Франции 56,8 с высоких доходов. Если вот миллиард евро получил французский капиталист, 568 миллионов с него возьмут в казну. А ему останется 432 миллиона. Тоже немало.
Но 568 идет в казну. И никто там не ноет, что не хватает там на пенсии, не хватает на материнский капитал, не хватает на то, на все, на медицину, на образование. Так а что не хватает? А вы не берете. А как же мы будем брать? Не дадут же, будут скрывать. А что же у вас тогда за государство, которое не из профессионалов состоит, а из тех людей, которые не могут, так сказать, взять даже налоги, взимать. Всегда же взимали, даже в средние века взимали налоги. Даже вот, между прочим, татаро-монгольская ига отличалась тем, что хорошие взимали налоги с нас, татары, которые нас поработили или не научились взимать. Чего тут учиться-то? Что, не знаем, как взимать налоги? Не, ну если вы никого не наказываете, конечно, вы никогда ничего не получите. Это ясное дело. В Америке 33% подоходного налога с высоких ставок доходов. В Советском Союзе было 38%. От 12 до 38 шкала налогообложения шла. В Англии, Франции, Италии примерно 50%. Примерно 50%. Австралии. Только мы вот отличились. И упорно, и несколько раз ставили этот вопрос в Думе. Это временно у нас так, чтобы как бы раскрутились люди. Они раскручиваются и увозят все деньги куда? В офшоры. В прошлом году 100 миллиардов увезли из России. 100 миллиардов долларов. Теперь денег нет. Я согласен, денег нет. Деньги туда увезли. Поэтому, в отличие от того, как некоторые считают, что если мы с вами узнали, что такое общественно-экономическая формация, мы не должны преувеличивать значение этой категории, что эта категория очень важная. Она позволяет классифицировать страны и государства. Она позволяет выделить главное. Но на главном-то, как говорится, не хлебом единым. Только на одном главном не проживешь. То есть только одним этим критерием нельзя руководствоваться. Это критерий вполне материалистический, он позволяет строго разделить этапы развития данного государства. Но и он историю даже не учитывает. То есть как вот вы пришли к этому? Если у вас была африканская страна, и пришли туда американские монополии, и насадили там капитализм, и они эксплуатируют теперь этих негров в африканской стране, то почему вы думаете, они так здорово будут хорошо жить? Или, скажем, не делается ли у нас попытки, чтобы американские монополии эксплуатировали наших российских трудящихся, чтобы они были как негры в Африке. Разве не было такого? Вот у нас Валентина Ивановна все говорила, что у нас Детройт в Петербурге. Это что значит Детройт? В Америке Детройт, когда американские предприятия выпускают американские автомобили. А у нас какой Детройт? У нас американские предприятия выпускают американские автомобили на территории России за счет эксплуатации российских трудящихся, российских рабочих. Так? Что их сюда влечет? Почему так много настроено предприятий? А зачем он будет строить? Зачем я буду строить в Америке, если американский капиталист? Сами подумайте, если здесь в 10 раз меньше зарплата. Нет, зачем я там буду строить? Я привезу в Россию, здесь поставлю эти коробки, привезу станки для сварки, для покраски. Всю умственную работу пускай делают там американские рабочие, а вы вот будете сваривать, свинчивать и красить. Красить особенно хорошо, это неприятная работа. Пусть вот здесь в России женщины покрасят, российские, а то они слишком красивые. Когда покрасят, лет 20. Можно автоматизировать. Можно. Автоматизировали? Автоматизировали? Или там, так сказать, отравляются этим самым парами красок? Вы не видели, нет? Где вы видели такое, где автоматизировано все? В Европе. А мы где живем? Мы разве не в Европе? Мы тоже в Европе. А это не Европа, что ли? Вы где сейчас живете? В Европе или в Азии? Что? Европе. Ну так а что тогда вы говорите? Значит, можем мы в Европе жить, и жители хорошо или плохо. Также и в одной стране один уровень эксплуатации, другой – другой. Мало сказать, что это капитализм, потому что капитализм разный бывает. Поэтому почему-то надежда некоторых товарищей, что как только у нас будет капитализм, так у нас будет как в Европе, как вы говорите, или как в Америке. Ну вы поезжайте в Финляндию. В Финляндии разве вы видите такие замки, которые у нас в курортном районе? Походите по курортному району, по Сестрорецку, например, и увидите, какие тут дома. А потом вы идете в Финляндию, прямо думаешь, ну какая бедная страна, сараи по сравнению с нашими.
Вот как надо жить. Пойдите посмотрите на берег разлива. То есть, потому что такой уровень неравенства, что я здесь могу не в 30, а в 32 это в среднем 10%. Доходы взяли 10% самых богатых и 10% самых бедных. А если отдельных богатых, отдельных бедных, вы посчитаете свою зарплату и зарплату и доходы миллиардера Лисина, у которого 15 миллиардов долларов состояние. И все это относится к вот то, о чем я сейчас говорю, относится к утверждению о том, что не надо думать, что узнав, к какой стране относятся данные, к какой формации относится данная страна, что мы тем самым все сказали про эту страну. Мы ничего не сказали про историю этой страны, мы ничего не сказали про исторические предпосылки, с которых начался капитализм, верно? И ничего не сказали про культуру этого народа. Мы ничего не сказали про национальный состав этого народа. Поэтому много чего не сказали. Про привычки и традиции мы не сказали этого народа, в котором развиваются эти капиталистические отношения. Поэтому эта вот картина у нас в этом смысле всеобщая. Мы в философии изучаем всеобщие категории. Помните, мы говорили, что вот все есть бытие, да? Все есть становление. То есть все можно представить как становление, как борьбу противоположных тенденций. Все есть изменяющееся нечто, да? Все есть изменяющееся. Все находится в процессе развития, а в самом развитии есть противоположные тенденции к прогрессу и регрессу. Правильно? Во всякой стране есть бытие и есть сознание. Общественное бытие и общественное сознание. Но все вот эти, все многообразие, многоцветие всех стран и государств, все может быть сведено к нескольким типам, совсем немногому числу. Это большое дело, что мы выделили эти типы. А вот тут только поле для уже, вот когда вы выделили, определили, и вот дальше развиваете историческое исследование. Правильно? Историки что должны делать? Ни от чего не абстрагироваться уже, да, в конечном итоге. То есть они должны представить как живую эту общественно-экономическую формацию в том виде, в каком она имеет место в конкретной стране. Вот у нас, например, есть налог на наследство? Нет. А в Европе, как вот про которую вы говорили, 90%. То есть если вы крупный капиталист, то буржуазии, соответствующие страны, прекрасно знают, что дети размотают этот крупный капитал. Поедут в Куршавель, поедут, так сказать, туда, поедут сюда, купят острова, и не будет крупного производства. Поэтому устанавливается налог на наследство 90%. То есть, если у вас есть завод, и ваши родители умерли, то вам оставляют 10%, то есть вы можете эти 10% налога не платить, если отдадите. А можете отдать просто 90% акций этого предприятия. И тогда гарантия, что это предприятие не разорится. Вы эти 10% размотаете, но это не будет играть решающей роли для существования этого капиталистического предприятия. Потому что капитализм, дорогие товарищи, это не просто эксплуататорский строй. И феодализм был эксплуататорский. А посмотрите, какие красивые дома построены. Ну, красивый же Исаакиевский собор. А если бы не дворяне, которые занимались все-таки тем, что были красивые дома, то было много-много избушек теплых, деревянных, хороших. И Смольный собор, его 100 лет строили. Значит, надо было этим заниматься. Если сейчас не падает дом, это когда он построен? При феодализме. А если падает, значит, новый. Как узнать, новый дом или старый? Ну, если падает, значит, новый. А если кран сделан в новое время, новый кран, не советский старый, а новый. Но если упал кран, значит новый. Что тут непонятно. Но самолет, если упал, то значит старый. Только советский. Ну сколько можно ехать на советском? На каких ракетах летают наши космонавты? Все на старых, еще советских. И какие? Вот мы разрабатываем ракету «Ангара». Хорошо, хоть вроде булаву теперь мы запускать будем. А то никак не могли эту булаву запустить, потому что из всех запусков кончается неудача. Так.
То есть налог вот на наследство очень хорошо. У нас его тоже нет. То есть у нас наш класс капиталистов молодой, не приученный к организации производства, а приученный к транжирить деньги, он не понимает еще то, что должен знать каждый капиталист, что капитализм – это определенный строй, это форма развития производительных сил. Капитализм – это форма развития производительных сил. И это его главное предназначение. Это не самоубывающая стоимость, а самовозрастающая. Капитал должен быть самовозрастающий. А какой же у нас возрастающий? Посмотрите, разоряется предприятие. ЗИЛ на ладан дышит. Кировский завод сдает в аренду земли и оборудование. Это что такое? Это что, самовозрастающая стоимость? То есть это богатство отдельных лиц растет. А капитал-то сам не вырастает. Есть же, так сказать, у нас положительные образцы. Вот, скажем, Форд. Разве плохой капиталист? Миллиардер. Что делал Форд? Форд, во-первых, он убирал всякую грязь и наводил порядок на предприятии, чтобы в светлые тона все было покрашено. Раз. Второе. Заработную плату повышал по сравнению с другими предприятиями. С ним судились американские капиталисты. А он объяснял, что вот это вот суду присяжных, который решал вопросы, засудить его или нет, что я почему повышаю? Ну, мои же рабочие вам же и понесут. А вот у вас булочная, у вас магазин, у вас мелкое предприятие. Куда они понесут деньги? Они к вам и понесут. И если я буду повышать зарплату, у вас будут лучшие дела. Во всей Америке будут лучшие дела, если повышать зарплату. Поэтому я буду повышать зарплату. Его оправдали. Не удалось его засудить. Он говорит, я не буду производить дорогие автомобили. Почему? Потому что если я буду производить автомобили для богатых, то я буду работать не на богатых, а на капризы богатых. Они скажут, здесь вот это пределы, здесь вот это, и я должен буду делать все вручную. А я инженер, изобретатель. Я не хочу, чтобы у нас тут вручную шла работа, как вы вот рассказываете, чтобы автоматически покраска была. Ну так надо тогда, чтобы сделать автоматы, надо, чтобы это была серия, правильно? Чтобы шли они, как блины, эти автомобили. Мы, говорит, кормить будем, но мне нужно, я, конечно, не 3 коровы закуплю, а 200 коров, потому что если 200 коров, то можно сделать линию очистки, так сказать, навоза, линию, так сказать, автоматически можно их поить, раздача кормов, а если это будет меньше, там, 20-30 коров, то нечего заниматься этим ручным трудом. И что, это помешало ему стать миллиардером? Не помешало. То есть, ну, Форда можно, так сказать, признавая и зная, что он эксплуататор, уважать за то, что он крупный организатор производства. Правильно? Назовите мне сегодня хоть одного крупного организатора производства буржуазной России. Я буду вот с ваших слов повторять на других лекциях и везде показывать. Вот у нас есть эти вот, не только вот Чубайс, который, так сказать, разорил, так сказать, страну, и именем которого называют рыжих псов в деревнях, а вот ну, кого-то назовите, можно было бы составить, сказать, вот крупный организатор производства. Чего организовал? Кто он? Не он то, что организовал, что он карманы себе набил. Нет, какое производство он организовал в России? Такое мощное. Ну, в будущем появятся такие люди. То есть вы собираетесь таким стать? Час добрый. Сами появятся, думаете? Ну, может, и появятся. А может, и не появятся. То есть вот проблема. Поэтому вот эта вот тема общественно-экономической формации, она своего рода такая ключевая тема. Она как бы завершает этот вопрос о материализме. Вот материалистическое понимание истории. Что вот все-таки определяются все отношения, определяются в конце концов материальным производством. И материя первична, а все остальное вторично. Но уже материя не просто берется, а социальная материя как способ производства. Производство действительной жизни берется как нечто определяющее по отношению к другим отношениям. Но требуется, конечно. И от того класса, который является господствующим, если он господствующий класс, то способ производства и формация должна предъявлять ему соответствующие требования. То есть требования какие должны быть к
капиталистам. Ну, первое требование, которое должно выдвигаться капиталистам, капиталистическим способом производства, что капитал не должен умирать. Согласны? Что такое неумирание? Как это сказать по-иностранному? Амортизация. Амортизация. А – это не. Морт – это смерть. Амортизация. Слышали? Амортизационные отчисления. В чем их смысл? Смысл их в том, что вот ежегодно, с учетом того, что техника стареет, средства производства стареет, нужно соответствующую долю из расчета возраста оборудования откладывать на специальные амортизационные счета. И с тем, чтобы когда этот срок пройдет, можно было бы купить новое оборудование. И ничего не умрет. Как с этим обстоит дело? Счета есть такие? Есть. И что происходит? А происходит следующее, что поскольку государство абсолютно не контролирует этот процесс амортизации, буржуазное государство, и кормит себя сказками о том, что, дескать, рынок все решит, а он уже многие предприятия порешил, и рынок ничего уже не решает в крупном империалистическом, монополистическом капитализме. Что происходит? Ставят себе капиталисты срок службы средств производства 100 лет. Как помните, Хаджа Насреддин обещал научить Ишака эмиру. Обещал говорить, поспорил с эмиром, что он научит Ишака говорить ему. Приятель говорит: слушай, тебе голову отсекут. Не, говорит, через 100 лет или эмир умрет, или Ишак умрет, или я умру. Какие проблемы? И вот так же действуют наши российские новоявленные капиталисты. То есть они устанавливают такие сроки обновления или, так сказать, формально, то есть прямо так и пишут 100 лет амортизации, или фактически, то есть так мало отчисляют, откладывают на амортизационные счета, что вот если так собирать эти средства, то понадобится 100 лет, чтобы обновить ту технику, которая есть. А сколько, какой должен быть возраст нормальный службы? Вот самолеты, видите, 20 лет летают. Видимо, они просто летают так, и там хорошие условия прямо, они прямо в эфире там парят, что там никаких нагрузок, ничего. Ну, какие должны быть сроки? Сроки появления новых поколений техники примерно 9 лет. Примерно 9 лет, если не уберете там такую числительную технику, там 2-3 года. Ну, давайте возьмем вот средства производства, не которые информацию перерабатывают, а которые перерабатывают металл. 9 лет? Ну, 10 лет, скажем. Значит, каждый год должно откладываться 10%. 10% стоимости должно закладываться в счета. И это, по нашим законам, относится на издержки производства. Если в бухгалтерии, это должно быть записано не в прибыль, а в издержки производства. У нас 73 триллиона стоимость основных производственных фондов в России. Значит, каждый год на счета амортизационные должно откладываться 7,3 триллиона. А вы видели, какими оперируют цифрами наши, так сказать, президент и премьер-министр? Только миллиардами. То есть им в руки это не попадает. А куда это попадает? А это, если вместо амортизации за 10 лет делается амортизация за 100 лет, вместо 7,3 триллиона на амортизационные счета попадает 730 миллиардов. А 6 триллионов куда попадает? Если они не попали, эти 6, куда они попадают? В прибыль. А прибыль куда попадает? С нее платятся налоги. И очень рада налоговая инспекция, потому что прибавилась прибыль, вроде больше стала. За счет того, что туда перекачали амортизацию. 90% амортизации перекачано в прибыль. И вот обрадовалась налоговая инспекция, которая должна следить за соблюдением норм амортизации. И она, так сказать, получив эту прибыль, успокаивается, что все хорошо. А тем самым легализуется вот это разрушение нашего производства российского. А после этого, после как налоги уплачены, значит, прибыль может отправляться туда, где собственники наших предприятий. Где собственники наших предприятий? Где? За границей. За границей, в офшорах. Туда они отправляются. Круг замкнулся. То есть вместо сохранения капитала и приумножения идет удушение капитала, умертвление его. То есть нету амортизации, есть амортизация. А убирается, амортизация остается, умирание происходит.
И вы это умирание видите. Вы видели умирающие предприятия? В основном только мы их и видим. Цветущих предприятий. Ну, посмотрите, видите, на Ижорский завод, когда проезжаете мимо. Там один цех, который Северстали принадлежит, вот он с иголочки сделан, и видно новые трубы там. Что-то по этим трубам идет. А все остальное, ну, просто... Путин был несколько раз. Видите, как хорошо? Был. Хорошо бы еще сделать программу обновления нашей техники и реализовать ее. А у нас нет программы, даже вот сейчас на военные нужды направляются триллионы до 2020 года. Никакого плана расходования этих триллионов нет. Поэтому деньги частично будут распилены. И уже сегодняшняя российская газета пишет о том, как 190 миллионов украли, которые были предназначены для обеспечения обнаружения средств ПВО и средств ракетного нападения противника. Что делать в военном ведомстве? А почему легко воровать? А потому что вот если у вас есть единая программа, если вот этого отсюда кто-то изъял, то значит этого не получите. А если нет программы, ну так и ничего и не заметно. Деньги же заплачены, значит израсходованы, значит все хорошо. Дальше. Существует такое понятие, как норма накопления. То есть из прибыли при капитализме должны часть прибыли накоплять. Ну, скажем, 100% прибыли, из них 50% на накопление. Остальное – на личное потребление капиталистов. На их роскошь, на все что угодно. То есть как бы эта роскошь была бы в какой-то мере и оправдана, да? Что они все-таки производят производство, осуществляют научно-технический прогресс. Ну как, вы слышали кто-нибудь... кто накопляет, не только амортизацию делает, кто накапливает. Слышали, нет? Я не слышал. Кто узнает про такие предприятия, может, у вас такие есть предприятия, может, вы рядом где-то ходили. Вот если есть такие, где накапливают еще, кроме амортизации. И эта функция не выполняется. И государство за этим не следит. Государство занято обсуждением, как за что голосовать. Установкой прозрачных урн. Под давлением, так сказать, общественности, которая озабочена тем, кто какие бумаги куда пихнет. Далее. Если это капитализм, то капитализм может быть такой, который по экстенсивному пути идет. То есть больше работников вот наберем, гастарбайтеров, и они вместо машин будут. Если вам нужно маленькую канаву, 3 гастарбайтера, большую канаву, 30 гастарбайтеров. Ров огромный. 300 гастарбайтеров. А зачем шагающий экскаватор тогда? А для того, чтобы люди не покупали, не приобретали новую технику, надо низкую зарплату. При низкой зарплате зачем я буду покупать дорогой шагающий экскаватор, когда я могу набрать по дешевке много народу? Пойдемте сейчас все копать. И мы выкопаем. И мне это дешевле будет. То есть низкая зарплата – это смерть научно-технического прогресса. Я рассуждаю в данном случае как капиталист, не как человек, который там сочувствует тем, у кого маленькая зарплата, а с точки зрения развития капитализма. Мы должны эту капиталистическую точку зрения принять на время, для того, чтобы видеть, что требует капиталистический способ производства. Он требует соответствующего подготовки от работников. Вы можете иметь развитых работников при такой зарплате, которая есть. У нас 18,6 миллиона граждан России получают доход менее прожиточного минимума. Ну, если люди, так сказать, находятся в состоянии вымирания, то какой может быть научно-технический прогресс? Вот если вы сейчас в состоянии вымирания и слушаете лекцию, зачем вам слушать лекцию? Какой смысл слушать лекцию, если завтра вы умрете? А, вы просто на память собрали. Последние такие вот были у вас. Воспоминания такие теплые, что вот я отслушал, сидел на социальной философии и умер. Но, наверное, предполагается, что вы все-таки должны не на последней лекции находиться. Также построены и стипендии студенческие, 1200 рублей. Сколько человек может прожить? Неделю. Да, ну... А я уже еще должен читать лекции на следующей неделе, а их уже нет. Как быть? То есть это что такое? То есть мы должны от капитализма требовать быть капитализмом, по меркам капитализма.
его критиковать. Не только можно критиковать капитализм по меркам коммунистическим, с точки зрения, так сказать, перспектив будущего развития. Тогда надо говорить, что он забирает прибавочную стоимость. Но я сейчас не об этом говорю. Он просто нормального капиталистического развития не обеспечит. Наш капитализм. Он не вполне капитализм. Поэтому те, кто надувает щеки и говорят, что мы капиталисты, они еще не капиталисты. Они не отвечают этим требованиям, которые... Или, как Гегель говорил, кто такой вот дурной человек? Это человек, но дурной. Так и капиталисты. Есть капиталисты, но дурные. Они не отвечают понятию капиталист. Капиталист – это воплощение самовозрастающего капитала. А у нас капиталисты – это воплощение умирающего капитала. Потому что капитал – это что такое? Капитал имеет постоянную часть средства производства и переменную часть. Это заработная плата рабочих. Так вот, у нас это все умирает. Ну какой же это капитал, который умирающий? Он должен быть самовозрастающий, а не самоумирающий. Вот такие мы можем сделать интересные выводы, если встанем на вот такую позицию. Позицию, когда мы в основу рассмотрения берем категорию общественно-экономической формации. Очень важно. В следующий раз мы будем рассматривать следующую категорию класса. Класса. Имея в виду, что классы в каждой формации свои. Поэтому нельзя рассматривать классы вне всяких формаций. Классы можно тогда рассматривать, когда рассмотрен вопрос о формациях. В каждой формации свои классы. И мы продолжим наше с вами изучение. Вопрос есть ко мне? У нас получается то, что вы сказали, капитализм в самом диком, самом обосновочном виде, да? Ну да. Так а он такой в диком состоянии был, например, в Англии. Когда взяли людей, выселили, заселили овцами. Почитайте в «Капитале» конец там, первоначальное капиталистическое накопление. Там тоже дикие такие явления были. Первоначальное накопление дикое всегда. Может так трансформироваться, что у нас, что капитализм еще более нормальный будет в Америке, а у нас будет, как говорится, резервный колониальный капитализм, когда из нас будут выкачивать ресурсы. Есть ли такая возможность? Поэтому, если капиталисты наши проспят это дело, то вот может такое получиться.